Так как я являюсь все-таки мэром столицы нашего города Камрад, думаю, что 5% от своей работы мне придется уделить политике внимания, так как это все-таки столица нашей автономии. Но 95% я буду заниматься именно хозяйственной деятельностью нашего города. Потому что как бы хозяин города не занимался политикой, если город будет в плачевном состоянии, то тот труд, который мы вложим в нашу политическую деятельность, будет аннулирован. Нулевым. То есть, поэтому надо заниматься хозяйственностью города. Это будет самый большой вклад даже в политику.